Не менее 50% голосов намерены получить на предстоящих внеочередных выборах представители ОСДП. Об этом на встрече с жителями Алатауского района заявил сегодня председатель Алматинского городского филиала партии. На повестке дня вопрос включения всех без исключения избирателей в списки для голосования на выборах. Представители ОСДП обещали направить в местный акимат просьбу временно зарегистрировать граждан, пока не имеющих прописки, чтобы они смогли исполнить свой гражданский долг. Общественные приемные общенациональной социал-демократической партии работают во всех областных центрах страны. Основной поток людей приходит, чтобы получить бесплатные юридические консультации по различным вопросам. На данный момент правоведы ОСДП по официальному заявлению партии защищают интересы более 3000 человек. Общественные приемные при общенациональной социал-демократической партии работают давно. У нас двери открыты в любое время. Мы, как правило, начинаем с 10 часов утра и заканчиваем где-то 18-19. Все телефоны есть. У нас есть квалифицированные юристы. Мы по мере возможности готовим все необходимые документы для подачи исковых заявлений. Значит, защищаем по мере возможности в судах. Все это на бесплатной основе.